Че, пойдем совет Лану? Святос, там энергии в кукле вообще прям в избытке. Хоть, блядь, жопой ешь, ну. Или пей. Просто одну лужу не допиваешь всегда. Просто потику ее бьешь и пьешь, чтобы она не исчезла. И все, у тебя прям всегда раги будет много. Там можно, бля, сразу достать нахуй его, бля, это захотать нахуй. И сразу, бля, с кулаком. Там же по Там. времени, он потом не успеет квест сдать. Добрый день. Ой, там мы куда идем? Просто я хотел бы на хпал зайти. У нас целка 25 оп, не допронесли. О, так я тогда, наверное, на хпала. Че там, эволов, или как там тебе? Ну, хпал, короче. Что тебе, надо что-то ссылка? 25 обычки. Какой продаст? Эволов, ты тут, Криласка? Намекни. Да вряд ли ему что-то надо, кроме печенек. Релок пишет. Ну и тогда я на хапала пошел. Буду хапала одевать себе третьим персулом. Да, хочу волонир. Что там еще и падает? Такое бесполезное, не помню. Шеем. Да, все, вправо, волонир в левый, пошел. И там на дне ДПС. И ХПС. Как все говорят, самый простой способ шем замутить около гримара. Это у этого с кабанчиков? Ну конечно. Шанс дропа 0,1%. Вот, ты там на паладине с вами, да? Он спрашивал, нужны ли тебе шмотки с 25 обычки. Мне? Я о том же. Ну, не знаю. Да, наверное. Я не знаю. Ноги только какие-то. А так пусть ищет. Ну, если что, пусть забирает покупателя. Я так уж быть потерплю. На этом КД ты уже не получишь его. Мы на профе. Алексей, а вы там на ком сидите? На паладине. А, ладно. Я тебе там плюсики много напрессовал. А, так он не в ГИ, что ли? Нет, конечно. Как
эту штуку отключить? Алло? А кто-нибудь помнит, как типа отключить эти фрейм? Какие? Сирусовские? Да, я не могу. У меня типа LY, и у меня не показывает. Это прекрасная строчка, отключите нахер. Слева, короче, закладочка такая есть, участники рейда. Видишь? Брат, открываешь что? Ее и скрыть. У меня нет такой строчки. А где она? Готовность, обратный отчет, флажок. Скрыть. Открепить, ладно. Скрыть. Сейчас я их найду так. Всем привет. Здорово. Что, у нас второй день потрясающая явка? Вообще не говори. Час РТ уже. Блять, кто, блять, обновил полипавер? Не знаю, кто-то взял и обнулил. Дартис, наверное, да? Я вернусь. Секунду. Балуется. Слава, ты балуешься? Блять, Дарти заебал его. Обнулил опять. Они же взаимосвязаны. Ну, я имею в виду между игроками. Ты очистить не жми, а просто обновить всегда жми. Че за каски мне дали? Где мои кулаки, бля? Вот почему ты сказал, рарник работаем, да? Кто-то думает, что-то странно было. Какие-то пьеты, маги, локи, кресты. Всем каску дай. Вот он здесь рядом. Добежал своими маленькими ножками. Ой, то за час РТ не будет, типа? За час ЕП прошедшего, за час РТ прошедшего ЕП не будет? Пришел на РТ вовремя, как и многие здесь. Я сидел, видосики смотрел за этот час. Ну вот Хукмастер правильно пишет. Типа мы этот час могли... Ну, то вчера было, а сегодня как? А, первый ливнул. Не, он, наверное, что делает контракт, не? Thank you.
просто так получается, смысла не сильно много вовремя приходить. Но если так каждый будет мыслить, что вовремя нет. Да, тебе, когда ты зарядил грань, типа, там сколько, 6 минут, да, дается? Слава, не помнишь? Я тоже давно уже делал. Это 6 надо минут дается, бафать? Короче, ты должен убить профа и сдать квест. Там, по-моему, бой меньше 5 минут. 5 с копейками идет с профом. 5, 4, 3, 2, 1. Все, вы же профаши начали бить, серьезно? Да. Холокаст. Надо было кофе не пить 20 минут. Четырех человек же не было. Твои слова, нет? Ну, я же говорю, что ты сказал. Что не было, что не хватало четырех человек. Ну да. В начале было типа 12 человек в рейде. Сильнее. Бля, чуть свято с Анидис пальнул. А что, Юля в танке? Прикольно. Да. И ты в танке? Да. А, ну все правильно. Свято не в танке. Пельмени. Ты что, там красный умрет когда-нибудь? Или он будет жить вечно? Крудал. Берегитесь. Пельмени. Переход. Что, Святос успел? На вкус как вишенка. Ой, извините. Противочасовой, Юль. Все, стой. Воруйте кто-нибудь. Сразу сказали, просто воруют. Ну так заберите. Нет.
outcast. Берегитесь. Cast. Все, больше не воруйте. Берегитесь. О, блять, этот поезд что-то вообще очень редко тоже падает, да? Не кажется это, или это мой на ретрика? Да нет. Твой дай пати.
5, 4, 3, 2, 1. Ну что, полетели, нет? А, понял. Five, four, three, two, one. Kinetic spawn. And power cortex spread out. Как ты там будет говоришь? Я понял, да? Чуть еще раз. Кинетика не упала. Kinetic spawn. Vortex near. Всем привет. Че там есть слот? Здорово. Маг, да. Летники. Нам нужен третий хапал. Не нужен один. Третий хапал. Нужен. Не, тебе кажется. Думаю, Глеб, ты идёт на сразу дать ему полибах, или какой-нибудь побахать, правильно?
Алло. Алло. Хуем полбу не дала? Допустим, дала. Хуёво. Да дала. Что вы делаете? Ладно, опять обычку бьём. Обычка? Обычка. Ну ты ж не пришёл, чтобы Гера была. Так а на Геру мы уже ходили. Какая нахуй ради? Как же Джана? Как людей нет? Потому что ты не пришёл. Ну так давайте-то. Погнали, хули. Ух, подали 5 боссов вообще, погнали, сразу ебахи выебалвало. Ну цели. И волонеры тоже. Да, все. Волонеры можно отменить, согласен. Нахуй надо, все. Целую капочку тоже отменяем. Да, и Геру тоже нахуй отменяем, да, оставляем можно только ОХЗС. Все. Короб по токенам. Сюда, Карл, по токенам. Ты против Кары по токенам что-то имеешь или что, блядь? Забыл, где одевался? Забыл, как каша пахнет, нахуй? Я что-то? Наоборот, за. А, ну все это нахуй. Это, блядь, я же и предложил. Давай шкаф. Ну мы так... Да ебались. Мы так просто быканули, чтоб ты не расслаблялся. Жесть. Я напрягся. Воронка 27-8. Бля, можешь купить, чтобы два куска открыть? Конечно, купи. Да, нахуя мне два куска-то нихуя не дадут. Да, не покупай. Все равно воронки пойдешь в рейд рано или поздно. Я придумал, что надо сделать. Давай мне воронки, короче. Я открываю себе два куска, и у меня будет 4000 P5. А у тебя есть рудак? Будет. О, Лёха, ты будешь, тебе, получается, протопальчик 4-5? Так тебе и так там выделены 4 воронки, блядь. Ну, я тогда возьму себе манускрипт еще. А, ну все, тогда давай нахуй сам покупай. Туда его. Вот и договорились. Я сам себе он тотем покупал. Почему мы ждем одного Эрела? Кстати. А, блядь, у нас опять два мага, да? Да ёбаный в рот, блядь. А чё такое? У меня по ДМК, нахуй, плюс сектан, там 65% крита, нахуй, прикинь. Это если что, еще и фаеры. Там даже если попросишь, ты никто не даст ДМК. Блин, я только что хотел сказать даже спасибо немного. У меня с МК... Так со ты-то, я смотрю, и так прибодрился, 275 уже. Ну так я, да, я Т5 одену, я рыжий буду. Рыжий. Рыжий. Ты уже рыжий. В зеркало смотрелся, что ли? Не, я сейчас брюнет. Голубоглазый. Пока что. Завтра, может, по-другому будет. Не, через КД2 буду рыжий, нахуй. Угу. То есть ты покрасишься. Хотя специально. Хотя даже, возможно, через КД, если мне уступят. Давай так, ты одеваешь 78-й шмот. Красишься в рыжий и скидываешь фотку. И скидываю фотку? Да. Не, красиво. ДЦ нужен. ДЦ нужен. Зачем? Три Эрша... А, Заломаныч не Эрша. Заломаныч, в Эршама давай. Что ты смеешься? Давай в Эршама. Так а чё, я могу на холипала зайти. Я уже на холипале. А, ну всё. Да ладно, иди в шипе будет. А нахуя нам три Эршама? Ты пьяный, блядь? Чем больше Эршамов, тем лучше, но нет? Вопрос вообще, нахуй нам два Эршама? Это вот тоже вопрос такой. Тотем. Больше Эршамов, богу Эршамов. Да, один Эршам у вас цепью не хилит. А ради... Всё, я ради цепухи. В натуре, ёпта. А ты как хотел, ты чё думал? Так у второго Эршама уже... Сразу видно. Так у второго Эршама он уже два куска одета, блядь. Так что получается, чё? Ну цепуху он хилит все равно. Бля, ну чё, мы долго тут ещё стоять просто будем? Мы ждём начальника. Так, когда начальник раздуплится. Чё, это будем босса тазить, подрочим друг другу. Короче, сильно не бейтесь, я просто сделаю. Что такое? Почему? Лови, меня? Короче, могу. Зеркало, Святос. Святос, что хочется сделать? А, сделали, да, на профан наконец-таки, блядь?
Подожди, а мы ж не в одном темпе, правильно? Или я что-то проебался? Так, кого укусили? Авелания, да? Укусаешь Святоса. Сильно не бейте, говорю. А как Авелания укусили? По Сифея он в 4 кусках 34 тысячи сейчас дал. Напулило. Да, сильный просто. Да он праведное врубило пойдет. Я не было праведным. Так, кусаю Святоса, он делает квест, правильно? Да, да. Окей, окей. Вообще, кстати, странно, на него должно было, типа, навеситься первым. Говорю, сильно не бейте, там уже, блядь, просто 40к ДПС. 30-40, блядь. Сейчас просто Глебка завалит соляную фундуру. Не успеет, короче. Один, Рен, ты что? А, я понял, нахуй. Да. Святос, а подбеги ко мне. Я там тени сейчас выношу. Бля, ну нам надо... Сзади. Нам надо будет стопать. Сейчас будет. Может, стопнем уже? Ладно. Это было странно, у меня типа не кликался укус, а через мышку кликался. Это норм? А у тебя, я благо это понял вовремя. Это сирус. Типа. Ну, забагались, может, да, правильно. Нам стопать придется. Бля, линканите квест, сука. Он автоматически берет. Там я в Гере не делал. Mm-hmm. Все, мне важно. Че, у вас там фул? Mm-hmm. Ну, так это... Ну, так, так Джайну пойдем потом. А у нас есть пачка туда? Да. Не ори. Че орешь на меня? Ага, блядь. Защику, ну. Святос, охильте. Заломай, значит, стой вот тут прям. Да, я стою, только не убей меня. Угу, спасибо. Не сикай. Нам стопать надо. Я будто я один, блядь, такой, да, но ровно нашел, блядь. Ну стоп, не говорит, блядь. Ну да, 20 раны еще. Хотя его загасит очень быстро. Я просто держу курсе, нахуй. Вот так просто, чтобы не забыли. Ему 4, ему 3 укуса передать. Слава, сколько там надо? 4 заряд сделать? 4 стака. Один стак у него пассивно, когда ему даются, ему 3 укуса. Ну, у него сейчас 2 у него. А, ну один у... А, 2, ему еще 2 укуса надо. 2 укуса. Ага. 20 секунд укус. Ну, все, вот, теперь стопайте, нахуй, хули. Да, мана кончилась. Мана кончилась, говорит, чилим. У меня нахапали мана кончилась. Рядом с ним беги. Укушал по Сефирию. А я по хилю хули. Кусай, кусай. Пизда, я далеко. Че, там еще минуты чились? Стоп, дай. Стопайте. Пизду. Пизда, мне его передал. Убейте его. Тебе собакались фреймы тоже? Да, или что? Да. Там надо через мышку быстро так бы делать. Ну я, блядь, не сообразил. Керус. Он сегодня пив. Вообще бить, не бейте, даже там автоатака есть. Сколько там у Святоса достаток? Ему последний надо еще 30 секунд, условно. Сканьте лавры. Мне нет. Свою отдавал. У Святоса же есть танкашку, да, чтобы он въебало 3 дыхания поймал? Это можно... 10 секунд. До любого попыта. Можешь хила какого-нибудь укусить. Войда укусить. Да. Войда, кусай Войда. На тебе. Святос кусай быстрее. Кусай, давай. Укусил вроде. Ну все, укусил. Да. Бить того! Убить его, блин. Неприятно. Все, сделал. Опа, щит. Закусать до смерти, блин. Нихуя себе, ебать. Такое тут. О, так это слышишь? Так это на Элем. Это на мой, на протопало. Сюда по кон. Не протопало. Это на Элем, на Элем. Квест. Да, бидон. По ЕПГП еще там. Нормально. Часть инквизитора 300к. Я же говорил, нахуй, имба щит нахуй для Элема. А почему Джайна, а не Вайша?
На. А хули ты мне говорят, Вайша будет? Ой, Джайна. Будет. Слушайте, я только что спросил, а чё, только что разговор за Джайну нахуй был, дед уже говорит Вайша, блядь, не понял нахуй. Так он мне и сказал, что Джайна будет, а поэтому... Так я, ну да. Каноэ в календаре написано, что Джайна. А, я понял, да, нахуй. Колечко. Ну, всё верно, нахуй. Продам боеску. Нет, Вайшу хотим. Нет, ну Вайшу... Не, лучше Вайшу. Да ну дай тебе доебаться, чё, нельзя, нельзя доебаться, что ли? Мэтт Фокс, Консилятор. Да можешь за ламандучи кидать, нормально пойдет. Нормально. Я поскладирую. Если бы они потом еще хоть принесли выгоду. А то когда мажал 25, так и будешь дамажить 25. Ща нахуй ебать. Я жду. Подожди еще 2 КД нахуй. Я подожду. Подожди, подожди. Ох, чё, ты не скоро полутаешься еще 2 куска? Почему? Смотри. Если вот сейчас next отмывка нахуй произойдет, да? Вот сброс. То, по идее, передо мной будет только Боди Шреддер. Вот. Там, как бы, если согласится мне уступить плечики, то я на next КД даже 3-й грудак заберу. Вилаша, дай похилить. И так на первом месте. Защику, Дима, никто тебе ничего не уступит. Не, ну, а вдруг вот человек уступит? А ты не подлизывайся, нахуй, защику. А почему нет, блядь? Ну почему? О, помнишь, я вчера спрашивал про оскол. А, какая очередь? Ты сказал что? Я не уступлю. Давай начнем с не этого. Не уступлю, ты вот так сказал. Осколки так это вот. Другое, нахуй. Я вообще, я был 3-й, нахуй. 3-й был. Ты успокоишься тогда не с ними? Нет, я буду мошнить до талого. Вы не понимаете, это другое. Это другое, да, это другое. Нет, вот смотри, человек посмотрел, как ты себя вчера повел, и он сейчас такой, хрен тебе не уступить. Не, это как бы очередь, сам понимаешь, ебать. Очередь на осколки это другое. Кто сказал? Вот, ну тогда тебе за лупу уступили. Ну ладно, хоть что-то уступили. А хули я, блядь, всем уступал, нахуй? Уже не пора. Пора и мне, чтобы кто-то уступал. Тебе так уступили. Правильно, Заханыч, тогда их. Не, сиди дальше, уступай. Да вы чё, охуели, суки? Тебе так уступить? Чё, поуступаешь? Подожди, старшим надо уступать. В натуре, нахуй. Да я, блин, похуй, я тогда быдло. Быдло ты без уступания, кстати. А это дальше как это вот я всем раздаю, а сам хуй сосил или что? Или так, блядь? Yes, sir. Да. Не, нихуя, так не работает, блядь. Как это не работает? Ты ж так и живешь. Да ты думаешь так. А чё там, прист абаф будет? А то я вижу, что прист есть, абафа нет. Не дорабатывает. Знаешь, как в ДМБ. Помнишь или не смотрел? Видишь пить табафы? Нет. Он есть. И я не вижу. А они должны быть. Один фиг. Света спишет, один фиг я лутаю. А что ты лутаешь, Света? Нет. Я понял, нахуй. Лутай. Вот я так смотрю. Я не знаю. Так ты шамановский токен-то не делишь. В смысле, это призн имеется в виду на сетосе. Так а тебе ты-то плечи не лутаешь, хули. Плечи-то у тебя есть. Я-то про плечи говорю. Ты-то ноги с этого карася. Так у призна 2 куска. Так что там? Ну так если мы в ЗС первый пойдем, он полутает. Ну хорошо, ноги. Заберет он грудак, хорошо, у него плечи есть. Плечи. Типа, ну... Так, дело в том, у кого больше приорта, по факту. Блять, я говорю, у них же что... там у двоих, типа, 3-й кусок, ну, как я понимаю. Я говорю, так нет, там даже дело не вперед, там просто уже дело по списку. Там я выше, понял. Там призван выше по списку. Типа, там уже похуй, типа, у кого 3-й, у кого там, блять, ну, это самое. Призван кто первый берет, залутал, того конфетки, нахуй. Да. Кто последний, тот и папа. Да, как говорится. Получается, я последний. Нет, тут наоборот. Папа всегда первый. Все это очень интересно, но я летаю я. И я. Что-то там. И ты?
Ну ты нет, ты так и нахуя у нас это жесткий фон, прям страшный. Это уровистая вот. Так и нахуя у нас эволов есть, он соло полетает, а соло захилит, не? Нет, я с ним буду летать. А зачем нам бал? В танках. Что это такое? Бич просто. Я, короче, забыл шмотки поменять, забей. Это как у тебя. Ой, блядь, сейчас бы корову бы смущало бы. Это как у тебя, блядь, там, как его? На присте, в ДЦ. Ларом. Да-да-да. Забей, просто спонтанно началось, я сидел там это. Подожди, а ты, Лара, хочешь сказать, что ты на ШП в ДЦ шмоте бил? Я там Линкольна охранял по ДПС. Я понял. Он там меня почти передамажил. У меня замена появилась, да, получается? Похуй, так полетаю, вообще поебать. Шел вон, а, это Лингрен прыгает. Замена на одного босса так чисто, да? Да, я смотрю, какой-то паладин летит к моему порталу, думаю, надо послать. Может, мы начнем это с одного портала и по часовой, типа, ну... Так мы ж в один не зайдем. Вообще, самый уважаемый паладин нахуй покинул нас на месяц, блять. Вот. Тут факт. Факт. Ну ты ж не хочешь играть на протопале. Приходится нам терпеть. Я? Да. А я тут при чем, блядь? Играл бы ты на протопале. Кстати, вот Костя ушел, кстати, и явка кончилась. Может. Ну, не пиво, и на том спасибо. Нормально, нормально. Я торопился. Да, кого-то с рейда просто кикнули. Ёбаный, бля, мне уже страшно, да. В смысле, изменения в чем, нахуй? Можно, пожалуйста? В тетрадке. Изменения в тетрадке, все правильно. Спасибо. Что, прям пиздец вообще? Ты там какой-то опять какую-то хуйню оброзил? И, ой, ебать. В смысле, в 5 раз дороже? Ага. 3. А, бля, я подумал уже, блядь, мой страшный сон, нахуй, сбылся 5 ударов в неделю, блядь. Так он сбылся? Немножко. Только не система мотивации, значит, да, на горизонте? Немножко не... Немножко, да хули так. Еще больше? Понимаешь? Куда нахуй? Куда похоже, должен быть это с актуальных боссов. Бля, дед ромашку со скверноплей перепутал, ебаный свет. Ну можно тогда типа это, в льду прийти, а в остальные не ходить. И ЕП будет миллион. Да, я согласен, так буду делать тоже, кстати, слушай. Ну уже в разработке. В смысле снайпет? Типа 35 лес. В смысле снайпет, стоп. Не, ну блядь, ты ж понимаешь, как бы ходить в льду это дело каждого. Я не думаю, да, что да. Это правильно, ну, правильно будет. Это знаешь, это как курить. Почему? Нет. Ну кто-то а хочет ходить, кто-то не хочет. А что, может, мы все-таки подумаем, отменим все обычки нахуй? Вот, кстати, да. Ты мне на той неделе это обещал. Так я уже все придумал. Тебе нельзя думать, Войт. Не, это как бы изначально твое предложение было. Я просто его доработал. А, Витя. А что там с полиролем и сердолем? Ну, ЦЛК, ТТГ, ГМХМ и вот это все. Ульдуары. Осколочек. Не, ну типа, если не хочешь типа отменять, то совмести их с ночными. Я ж тебе еще раз повторяю, и ЦЛК, и Ульда, и ГМХМ, и ТТГ. Нет, ЦЛК Гер там бисовый нонсет. Ты что, дурак? Он не на всех там падает. ЦЛК, ХМ это основной рейд. Там еще Жанна стоит. Ну как нет? Не, я. А я что диктую? Я не диктую. Я ж тебе сказал, у меня есть предложение, я чуть-чуть его доработаю.
Слышишь, Фрейд, у меня такой небольшой вопрос. А сколько ты планируешь с новым контентом собрать? Меня. Войд. Сколько ты хочешь валиков в рейде собрать, блядь? Ну как все? Бесполезные все, что ли, да? А почему? А нахуя, скажи, Слав? А почему нельзя вот только супер полезным ребятам это сделать? Типа Авелани? Да, Глеба, я считаю, не планирую. Алло, стопайте, стопайте. Я так к этому подводил, блядь. Стопайте. Все. Вон, смотри, Глебка в хэпале часто бегает. Кто там еще у нас супер хорошо хилит, блядь, вообще? Я хуёво хилю. Алло. Хулидринка не было. Похуй, хулидринк будет, у него есть карта. Диман, ты на ком сидишь? На Элеме. Где он, ёбан? Тебя кикнули где с гильдии. Где Лершама? Меня кикнули с гильдии? Получается? Нет, я в гильдии. Вроде нет, вроде не кикали. Предпосылок вроде не было. Он же пока говорил только то, что надо собирать больше волонеров, а не удалять. Тут больше шанс того, что тебя кикнут. Тебя кикнут? Я Вите говорю. А за что Витю-то кикать? Ну, то, что уйду, хочет отменить. Может, у кого-то есть 4 сердоля, кстати? За 1000 голды. Нету. Имба, давай. Так, мы туда не ходим. Мы их не пробуем. А нас обычки целый день забирают. Понимаешь, смотри, если ставить ОКЗС в четверг, похуй, вообще просто обычки нахуй брать. ОКЗС в четверг. Второй день, там, не знаю, какой-нибудь... Да пронос, там, не знаю, того, что вы не принесли его в ущерб, там, не знаю, ну, как вот может быть такое. Хотя, мне кажется, мы там все снесем к хуям. Потом поставить Родинь Б, СРС, что там еще у нас есть? Не, ну, смотри, справедливость... И начать с ЛК 25 гер, либо просто Б, СРС и чилим, а потом ЦК 25 гер. Блядь, да без Б. Вообще без Б. Ну, скажи, ну, сколько мы будем волонира собирать? Ну, реально, вот сколько мы будем собирать волонира? Вот давай объективно, на карасе сколько было волониров? Правильно, один. И то нет. И то бидон снял с середины. И то нет, понимаешь, и то нет. Смотри, объясняю тебе я, объясните так. В чем прикол боссов? Босс не босс ёбнет под герой. Если что, нужно пустить хп ему быстрее, чем он. Но тебя ничего не интересует, ты понимаешь? Да где? Где? Мы сейчас спокойно хилим. Мы захилили карася без волониров. У меня просто вопрос. Как люди все это без валиков проходили, без Т5? Да спокойно. Они просто задрочили ЦЛК и Бучу Гер, нахуй опустили обычки, когда они, ну реально уже не нужны были. И все, и поэтому задрочились. Ну, как... Почему, блядь, ты на X2 контент, блядь, потому что уже встал. Там ходят вот... Блядь, там хуйню ходят. Там нету этого, Black Temple нету, там нету этого. Точно. Волонир можно. Ну, это неправильное сравнение, Слава. ШМ и ВХ это одно, а волонир это третье. Волонир это третье. Ты сравниваешь 245-ю пуху с двумя беспухами. Да, которые актуальны будут еще до хиджала. В этом левеле. Да она не так много дает, как тебе кажется. Ну это пиздец. Так почему у нас на карасе не было нового ланира, Слава? Объясни тогда мне вот так, если я такой долбоеб и не понимаю, как работает пуха. У нас есть нахуй, блядь, 3 воланира. Ну а почему нет? У нас было, блядь... А почему? Не, ну а почему, Слав? Ну только объясни-ка мне. Почему на карасе у нас реально не было ни одного планета? Нет, почему? Ну я бы тоже послушал. Я, видимо, плохо расписал, слушай, видимо, плохо расписал. Ну, почему нужен планер? Я так, качаю, а почему тут хулидринк? Подожди. Почему тут хулидринк к планирам? Да. Ну кто ж не спорит, то, что хулидринк... Ну, типа, делать слишком много. Босса под берсой, как бы ты сильно не хотел.
ЦК-25 ну, так... можно оставить на субботу. Спокойно за 3 дня принести. Я не говорил, что вы меня не дослушали, во-первых. Вы, кстати, вот сейчас хуйню несете, вы вот, блядь, все. Так ставь. Ставь, что постоянно это было просто. 2 КД. Одно КД постояло, так это, знаешь, писька помашнила и все. И все поставить под костью, как бы, ну это тоже, знаешь, это, ну блять, а если среду он работает? Да вкачал, вкачал, хочу одеть, а ты не даешь? Ну, ты на профайн даешь даже зайти нормально на танки. Че, я на престиж идем. 3 босса. Синдру на престе. Давай лича на престе. Остальных боссов на престе. Как ты говоришь, он не танчит, так мордаун хилит, блядь. Типа. Да, я хилю, ты. Ну, факту. Ну давай тогда поменяемся. Давай. Тогда на следующий КД я говорю так, я просто чисто иду варом и буду варом чисто. Тебе, знаешь. Тебе, знаешь, как слова, есть пословица вот это вот, блядь, тебе хуй в рот, а ты голову на бок, нахуй. Тебе говорят, что, блядь, Волонир хуйня, нет смысла ее собирать, блядь, ты совсем про другое говоришь, что, блядь, ты рейды не собираешь, ты не понимаешь, это другое, нахуй. Тебе совсем про другое говорят. Хз, без Волонира хилю, и мне по кайфу. Пиздец, я тебе знаю. Не, ну вообще, о чем говорить, если его сервера X4, мы и еще 2 гильдии ходят за Волонир. Кто, блядь, вторая гильдия? Все. Больше никто не ходит в второй серии. Аннексайти и Энза. Аннексити не ходит, держу тебя в курсе. Кинь нахуй Аннексити, блядь. Аннексити не ходит, блядь. Там чел, блядь, если чё, все челы, которые брали вайп, ну вот, они донили, блядь. Они тогда, нет, я смотрел по Метасирусу. Они, у них закрыто ульда, так сказать. Ну, по крайней мере, Венза сходили один раз в льду, потому что там типа 2 осколка оставалось. Ему не хватило бабок. Он, блядь, сказал, давайте, ну, блядь, за. Так не, я так к тому, что из 25 гильдий, которые закрывают стража условного, ходит всего 3. И то сейчас выясняется, что меньше. Одна. Как бы Волонир, правда, это шутка, ну, такая. Она не обязательная. Она очень много времени занимает. И типа во имя чего? Могли бы ставить вайшу. Потому что у них уже есть, блядь, эти волониры. Вот у они кого? И не ходят на. Нету у них волониров. Нету. В Аннексити 2 волонира всего, блядь. И 2 доненных нахуй. Блядь, вот, ну, парни, вы чего? Не, за похуй, как они их получили, сам факт, что их 2. Вдавайте, и все, да. Да даже 2, да даже вот, и все. У нас есть 2 волонира, у нас 3 волонира. Ну так они когда были? Они были когда актуальны, когда Ц5 не было. Бок из СГР, ну ладно, окей, хорошо. Там, где нужен дохуя СПД, а там дается надо. Ладно, вот ты сейчас можешь обижаться и гикнуть меня с ДСС гильдии, но ты каждый раз говоришь, что нам нужны будут эти волонира в следующем контенте, и они ни разу не пригодились. Просто, там, ну, там, ни разу. Надо, да. Там, где надо, ты мы уже прохилим. Каждый раз говори. Слава. Помолчи, Мордаун, Калиласка. Типа, ты каждый раз говоришь, что вот на этом боссе нужен будет волонир, на этом боссе нужен волонир. И так каждый новый контент. Каждый. Я просто, ну, типа, это уже просто по ушам бьет. Если честно, я силу Валика, блядь, увидел только уровиста в руках. Все. Вот, ну, справедливости ради. Ну по обзору именно. Но то, что это только для хапалов, ну, как правило. Ну, потому что я вот, ну, в его руках, блядь, увидел. Ну, типа, в бидона, ну, не очень, типа, увидел. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, так если не потянем Оклас СГР, тогда пойдем Волонир заберем. Да даже там он будет непрофитный. Сейчас даже Теренаска уже по факту отходит на второй план. По факту. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсвала унесут ваши души. Слав, сейчас говорю тебе, мы не захилим босса, кто он ебанет под берсой. Вот и все. Дело даже не в берсе. Ну, в Нексии есть дело, потому что в большинстве боссов мы в основном упирались даже не столько по ХПСу, сколько по ДПСу.
Вот и все. Беги, малышка, беги! Как раз вот хилы-то и ДПСят. Потому что у тебя 5 человек-то нету. Даже 7 человек нету. Так нахуй, скажи, Слава Владимировна, вот объясни, вот, фига мне. Если говорю тебе, у нас ДПС не хватает. Ну давай, давай, математику. Вообще, вообще поначалу... Хорошо, вопрос номер два. Где волонилы были на карасе? Вот так скажу. Ты хочешь сказать, что волон... Валик, валик абсорбит 50p? Ну, вообще-то да, по факту, да. Ну, почему да, я говорю? Валик 50k, хочешь сказать, абсорбит? И валик, и валика до 50k еще там, да, решается? И сколько ты полдин основ? И все равно ДЦ даст просляться вашим валиком вот так тут. Не, ну ДЦ-то, ДЦ-то понятно. Ибо ваша жалкая магия, тебе чувствуете, как ледяная ладонь... Чай, мой валик сказал, тебе тоже другое. Ну так есть же милишные ДДшники, которые... Тебе понадобится меньше ХПС, если у тебя будет топ, если будет нормально ДПС в рейде, в этом есть фишка. Ну есть же милишные ДД, которые без шеи можно поможить. Вообще спокойно. А роги? Да, давайте рогом тоже соберем. Видимо, просто мы смотрим коты. На... Коты, да. Коты. Ну, у меня нихуя нет. У меня нихуя нет. Мне нихуя не собирают. Даже ты 5 не дают. Ладно, еле, ну, как еле... выяснили уже. Еле хватает для нормального захила. Еле-еле с боем выбил, нахуй. Да, блин, ну гильд. Типа прогресса нет, мы уходим. Нормально. Ну, да. Тоже. Валька, Джайна, голова. Те же самые нонсеты. Хорошо, я напомню тебе, почему сдох у нас робот. Робот сдох только потому, что зашел Дусан на своем медведе, выдал ебейшее агро. Выдал Фаза, отойдите ДПС из-под босса. В 10 тысяч там, сам можешь помнишь, у него ДП. Поэтому у нас боевик сдох куска. Не, ну а? Давай так, мадам, справедливости ради. Мы под Дусана убили один раз. Когда мы, да, когда мы сделали бичи, ПК, смотри, мы без Дусана убили робота. Но там был ебейший, потому что тап, вот и все. Ну тогда давай так, тогда анхолики перебафаны были, и а, мы... Да. Отойдите, АЕК, подставь. У нас в рейде, блядь, сколько анхоликов было. Офните пока, подождите, забейте. Притяжка будет, не бьем. Хочу, видимо, это вообще бесполезно ходить. Не бить. Да, похуй. Беги, малыш, я хожу, потому что там не подают. Чего, убивайте её. Мне уже даже на ИП чисто похуй стало. Попросили, хоть там 20-0 будет ИП, по факту, мне подожди, честно. Подожди, добей босса, босс. Хорошо. Света, сколько тебе там еще? Поставь. Пичек. Ну, три дыхания он должен был поймать. А, ну все, он еще уже готов. На синдру, блядь, самый легкий, нахуй, пиздец. Стаки маунт... не скинулись. Да вообще самый легкий. Везде. На маунте сидишь, блядь, бегаешь, нахуй. Ну, опять бичи замерзли. Мэтт Фокса выкинуло. Давай, давай, давай. Я понял. Я влево унесу, похуй. Да, в бок унесите, просто все остальные бейте, босс. Осколок. А, это...
Потом посмотрим. Так а чё, это Фоксу получается не засчитал, не засчиталось, да, босса? Уж канцелятор заберет. Да, канцелятор заберет. Танкуется, мне кажется. Эх, крут пиздец. Что это Дивон остановился на полпути? Да, я, блядь, блядь! Хорош, ребят, хорош. А это, кстати, не я спулил. Сейчас спулили лайк. Какая разница кто? Я успел пробежать. Куда ты убежал? Спускайся, дебей. Да, блядь, Валь. Вернулся. Я просто что-то сначала затыкал, блядь, потом про Вальку вспомнил, блядь. Остановился, нахуй. Видимо, кто-то забыл про Вальку. Можно на паладинах этими обменяться, с частицами. Обмазать друг друга, да? Да, чисто по фарму. Типа чё, мы хуже магов? Правильно. Да, хуже. А чё, с лича кому-то арбалет нужен? Я б на вара зашёл бы забыл. Нет, мне только теленаска нужна. Если никому не нужна, хотя никому не нужна, мне кажется. Гоша, конкретно ты да. Хуже, чем любой аркан. Чё? И я хуже, чем любой аркан. Нету. Да, да. Он а пусть шо? А пусть Тёма. Фокс это прыгает в ДД и все. Тёма. Артём. Врей. Еврей. Тут. Сука знает, что тут. Зайди на мага, пожалуйста. ДМК. И выйди, да? И выйди. Ну, кстати, на этом КД 4 гильдии в ульде были. Да, статистику собираем. Надо, я говорю, как и Войт сказал, надо знать, что Волонир делает, а потом уже задавать вопросы всякие. Вот и все, как он работает. Просто. Дайте, пожалуйста, каску кулак по хантам и перестабов. Спасибо большое. Тогда у нас не за что, обращайся. Эволов, ты в Ретрике или ты в Хупаде? Ну ладно, тогда... Зачем тебе это знать? Да будет так. Герои, а, Слава. А, ну я, допустим, потому я что в Корее танчу. На валик переключаешься, ну там, да, что... видно, когда он кастит, все такое прочее. Из жопа в Герри на фазе комнаты его выкидывает из запоминания. Да, может, наверное, была Герри, да? Чепок. А так, перейдем, господи. Заломаночно все.
Бляшка, вноси. Это пес пришел бить шаркаря. Так а чё, может этот самый частичку нахуй на 3 РДД у нас же 3 попало, правильно? Давай. Я на кого? От Пасифея там. Я на этого за господи. На Дикона закинул. Дикон их яли. Так и мити задать, я тоже пойду хуярить, хули. Сферы би. У нас ханты есть. Трусы не бейте, я лок. Оскуднение, выбежали. Насколько я вижу, без меня справляетесь неплохо. Также на порталы. Ты вылетел? Да, сдох. Нет, я отходил, 2 минуты писал ФК. Ускорнение. Дефайл на нее. Хебать. Буду шредера унесло. Фаза. Сокру, да. На физике. Гимн на ХП, дайте гимн на ХП. Угу. Да, они не в ту сторону побежали. На физике сказали найти фазу, но я провалил задание, моя фаза ушла еще в детстве. Дурак! Под мордой не стойте. Да, слушай, мне нравится. Вадикон, иди бей лича, я на тебя сейчас встал. Ладно, бей. Сфер. После фазы стану крестом. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Захильте. Давай на край. Подальше чуть. Сейчас сквернение будет. Мы разбегаемся, хоть делать. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Залетел, спрятались. Не побежали. 4, 3, 2, 1. Делайте по хилю. Жертва будет. Ну,
назад кружится. Глеб, ты вообще инсту чекаешь, кстати? Я туда редко захожу, типа, относительно. Че, писаешь, ты ему что там, ты накидал? Я там столько мимасов накидал. Я понял, блядь. После РТ зайти. Там нормально. Так сказать. Окей, бля. Что, Юля, один на один с чем бьется? Да, конечно. А вы чей сдохли, как обычно? Да как хули, она он жмет бомжей, панцирь, не зыбу, она выживает. Пассовый, почему дает еще? Я не знаю, типа бидон, у меня показывает 372 защита древних королей. Но я не могу сказать, правда это неправда. У меня 392. Ну, 400к считай, примерно. Получается, что? Ничего. Ноги не открыты. Это слабо, короче. Пару шмоток на ретрика. Не, бдилки это нормальная тема. Бдилки? И про чей мечта? Знаешь, что такое моча? Слава, ты перед боссом вылетел? Ну, после смерти? Мардаун, знаешь, что это такое? Это когда у тебя столбняк, а не так, теленаска. А кто-то может мне сказать, пожалуйста, какие там репы нужны? Потому что нету теленаски. Какие репы нужны для фласок на эти вот за знаки или дари? Кинарейская, Шатар и Алдоры вроде. Если я ничего не путаю. Ну, типа фракции, у кого ты покупать будешь. Либо Алдоры, либо эти, блядь, как они? Провидцы. Алдоры или провидцы, и Шатар, и Кинарийская. Вот. Это три обязательные? Да. Угу. Нет, можешь одну выбрать из них и ее качать только. Ну, типа, блядь. Я ухочу из сопли, да? Она поп стоит. Все остальные. На мага печеньку можно мне? Чё, сейчас вперед ногами нахуй вынесем? Куда мы? Я ничего не могу латать. Куда мы летим? Ты знаешь, что сделал? Ты... Вот, у меня... А, да-да-да-да-да, вижу. Глора и зов. Дайте пойти. Все, расходимся. Лингрен, тебе нужен Глора? Мне ничего не надо. Палый жрец, чернокнижник. Кому? Я бы собрал бы себе. Так, Балнор, что там тебе? Глора. Что там еще? Кинарийская, Шатар, да, и Алдора, да? Провидцы или Алдора. Топор нужен кому? Оставь себе. Ну да. Возьму. Лучше, чем ничего. Армия расколотого солнца. Глору отдал уже этому Балнору. Там сами решайте. А печень отдал, печеньку? Печеньку? А что, кому надо? Печеньку? Мне на мага надо, я голову апать буду. Зачем тебе на мага печеньку? Голову апать буду. У меня сет без головы. Что-то маг у тебя 251 какой-то. Ну и что теперь? Ему нельзя 277 голову носить? Нет, наверное. Не положено. Это не та печенька, мне не ДС, мне нужна печенька, чтобы апнуть голову. Спасибо. О, Захан. Я тебе сарани там отдам сейчас. Или тебе нужна она именно? Нет, я кладу, не передается. Это что? Хотя сарани там отдам.
Сейчас. Две полироли для моего кольца будут. На кого заходить? То есть не уходи далеко. У портала быть. Я отрекшийся. Да. Твою мать, ЗС, я в око лечу. Тьфу, блять. Я уже полпути туда долетел, думаю, сейчас сумонить их буду. Буду полезным. Полезно это ко мне. Держите. Хочу пати. Угу. А ты престолом, да, пойдешь? А с ними же превознесение надо, да? Фулл репу. Превознесение.